снова всем привет на канале Олег Нестеров Брест. Снова утро, снова птички. Настроение у нас замечательное. И сегодня мы будем красить бампер с автомобиля Audi. Но об этом чуть позже. А с утра для заряда бодрого и хорошего настроения, как всегда, анекдот. Летит самолет, беспокойная пассажирка беспокоится в панике. Подходит к командиру корабля и говорит: товарищ командир, самолет в зону турбулентности попал, забыл сказать. Короче, лететь подходит к нему: блин, боюсь, что делать, а вдруг молния попадет в двигатель. Девушка: у нас 4 двигателя, то есть для нас не страшно, если один двигатель выйдет из строя. Ну, а если молния попадет еще в один двигатель? Ну, девушка, у нас же еще 2 двигателя, мы спокойно можем закончить свой рейс. Да, ну нормально. А если в 3-й двигатель попадет молния? Девушка: ну, на 3 двигателе. А если в 3-й двигатель попадет, на 1 двигателе мы свободно можем дотянуть до ближайшего аэропорта и успешно посадить самолет. Так. А если в 4-й двигатель попадет молния? Ну, девушка, ну тогда мы достанем запасной двигатель, быстренько установим его и долетим до ближайшего аэропорта. А если и в запасной двигатель попадет молния? Тогда мы быстренько доставим 2-й запасной двигатель, установим его и спокойно долетим до 1-го ближайшего аэропорта. Ну откуда у вас столько двигателей? Девушка, откуда у вас столько молний? Такой анекдот. Ну а теперь тема дня, заставка. Пошла. Ну а дядя Олежа ломают Матис тут. Подвесочка подустала. Меняем речку, меняем шаровые. Сайлентблоки, короче, всю подвеску. Уже гремит, ездить уже неприятно. Ну и начнем замывать. Мы нанесли проявочный слой. Проявочный слой нам сейчас позволит выявить все неровности. Берем шкурку. 500? 500? Многие говорят, не слышим, какую вы шкурку там берете. И погнали! Ну вот, пришла нам паста, скоро будем использовать. Это проявочная пудра. Ребята взяли еще 2 пистолета. Да? Сидят, скучают. Серега там пашет за всех. Серега! Пашешь, говорит, за всех. Ну так. Готовимся к покраске. Сейчас я протираю салфеточкой липкой. Сильно на салфеточку не нажимайте. Салфеточка позволит вам избавиться от каких-то ворсинок и пылинки. И пылинок. Все эти пылинки прилипнут на эту салфеточку.
Я беру эпоксидный грунт, в данном случае у меня спектрал в баллончике, и затушевываю, попросту говоря, закрашиваю протиры, которые у меня получились при замывке грунта. Наносим первый слой. Первый слой у нас легкий, без фанатизма. Здесь я, конечно, погорячился с факелом, сильно раздвинул его. Это уже сейчас я вижу. Поэтому и расход у меня был чуть-чуть побольше. Факел, конечно, не надо делать больше 30 сантиметров. Это лишнее. Но как бы все равно пистолет раскладывает хорошо базу. Мне понравилось. И межслойная сушечка 10 минут после первого слоя. Проходим торцы, не забываем. Проходим те места первыми, где нанесли эпоксидный грунт, чтобы у вас опыльчик от грунта немножко разгладился слоем краски. Если пересушить его, то, конечно, потом нужно будет перемывать. Накладываем лак. Первые слои тонкие. Также не забываем проходить торцы. Здесь вот, конечно, бампер слишком высоко стоит, но как-то мы извратились так вот намазать, вернее покрасить. Проходим все торцы, и после торцов уже вот я регулирую давление чуть-чуть. После торцов уже переходим на основную лицевую часть бампера. Немножко пыль уселась. Вот так вот все выглядит. Ну, сегодня мы подготовили получше, пыли практически нету. Даже не знаю, как шипринку показать. Она выводится. Вот так. Такая вот шагринка. Ну, лак еще растечется немножко. Вот такая красота. Итак, настал тот день, то есть закончила учебу наша четвертая группа, очень скажу, веселая группа, дружная группа, любознательная, особенно Сергей ваш, да, это вообще будущий технолог, скорее всего, огромный ему привет. Сергей уехал на день раньше, так как его вызвали на работу. Ну и что ж, хотелось бы сказать, как и всем я говорю, то есть вы не получили какие-то знания, профессионалами вы не стали, но вы получили те базовые знания, которые вам определенно пригодятся, из которых вы начнете развиваться дальше. А именно, то есть строить вот этот дом на этом фундаменте. Что вы построите, неизвестно. Понравится вам эта профессия, вы будете дальше строить что-то массивное на нем, либо так и оставить это фундаментом, но неважно, к этому фундаменту всегда можно вернуться и построить, да?
В жизни вам точно пригодится эта профессия. Определенный навык вы получили. То есть то, что вы сейчас закончили, это не значит, что мы с вами расстаемся. Еще, может быть, мы с вами не раз увидимся. Скорее всего, будет слет учащихся когда-то, может быть, на следующее лето. Я думаю, вы приедете. И, конечно, по скайпу, по всем вопросам обращайтесь, обязательно буду помогать. Ну и хотелось бы вручить диплом. И сегодня первый у нас получает диплом Хумин Дмитрий Владимирович. Такой диплом. Следующий. Павлюченко Сергей. Мы ему передадим. Да. Андреев Игорь Юрьевич. Ура! Поздравляю. Сергея тоже поздравляем. Серега, тебя нет с нами, но мы тебя поздравляем. Молодец. И Павел Сергеевич. Поздравляем всех. Думаю, ребята. И мы так и должны. Да. Один за всех. И все за одного. Молодцы. Вот такая вот команда была. И есть. Хорошо, да. Ну, как бы на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Ничего такого не рассказал особо. Просто покрасили, попробовали сегодня пистолет еще раз, базу положить. Ну и на сегодня все. Хотелось пожелать всем здоровья крепкого, настроения бодрого, ну, конечно, добра и бабла. Так, давай загоняй. Серый! Неси ключ! Ключа нет! Ключ это у Дюхи. На, заводи. Ой, спасибо. Нормуль.